Когда-то этот город лучился энергией, темный и опасный, но такой живой и прекрасный. Теперь он стал другим. Поначалу все менялось незаметно. Кто-то этого не заметил, а кто-то просто принял перемены. Они выбрали комфортную жизнь, другие нет. И те, кто не подчинился, были выброшены на обочину. Стали вне закона. Они наши клиенты. Мы называем себя бегущими. Мы существуем на грани реальности и ее блика. На грани отражений. Мы избегаем неприятностей, чужих глаз. И копы не сильно нас достают. Бегущие видят город иначе. Мы видим поток. Крыши превращаются в дороги и перекрестки. Ловушки и тупики. Пути к спасению. Поток заставляет нас бежать. Он же помогает нам выжить. Пора потренироваться, а, Фейс? Да, я знаю, ты этого не любишь. Но после того падения нужно восстановить форму, иначе в городе ты пропадешь. Да, еще, ты же не в курсе. Как тебе эта новая площадка? Неплохо, правда? Селеста совершает свою обычную пробежку, поэтому повторяй все за ней, хорошо? Привет, Фейт, снова в бой, а? Не думала, что так скоро тебя убьют.
хочет, чтобы мы устроили спарринг, Фейт. Ну, ты его знаешь. Готова? Давай, начали. Итак, Фейт, перейдем к обезоруживанию. Глядишь, пригодится. Если уж и лезешь в драку, то старайся отрезать их и разбираться по одному. Хватит тренировок, девочки, пора за работу. У Дрейка для тебя задание, Цел, он уже ждет. Фейт, дай мне знать, когда будешь готова к проверке. Пока, Фейт. Уверен, птицы оценили твою болтовню, Фейт. Но когда тебе надоест резорваться, может, возьмешься за настоящую работу? Я шепну Целесте, чтобы она встретила тебя в условленном месте. Ты должна передать ей посылочку. Она будет ждать у антенны дальше по дороге.
Хватит мечтать, Селеста уже рвет и мечет. Она почти у антенны, всего лишь передай сумку, остальное ее забота. Засек копов, и они направляются к тебе. Эй, бросай сумку и подними руки так, чтобы мы их видели, иначе открываем... Смывайся оттуда! Эй, ты серьезно влипла? Немедленно беги оттуда! Я подключаю Селесту. Цел, ты тут? Какого черта происходит? Я слышу выстрелы, да и птички стали слишком любопытны. Фейт уже рядом, приготовься. Впереди копы, ты должна прорваться через них. Готова, Тел? Да, я уже вижу, Фейт. Ты должна прорваться через них. Атакую цель! Готова, Сэл? Да, я уже вижу, Фейт. Ты должна прорваться через них. Атакую цель! Готова,
я уже вижу, Фейт. К вам направляются еще копы. Давай же, Фейт, копы на хвосте. Эй, кидай мне сумку. Так, пакет у меня. Осторожней, они не шутят, Сэл. Все путем. Черт, сваливаем. Должна уйти с этой крыши, Фейс, плевать, как ты должна, давай! Двигай к Церести, к вам направляются еще копы. Давай же, Фейс, копы на хвосте. Вижу объект. Ты должна уйти с этой крыши, Фейс, плевать, как ты должна, давай! К вам направляются еще копы. Давай же, Фейт, копы на хвосте. Вижу подозреваемых. Пошли, пошли! Ты должна уйти с этой крыши, Фейт. Плевать, как ты должна, давай! Повторите, офицер Коннорс. Направляюсь к Поупу, Роберту Поупу. Он заявлял о взломе на прошлой неделе. 56-я Вест Арланд Драйв. Сообщите лейтенанту Миллеру. Принято, офицер Коннорс. Коннорс, конец связи. Привет, сестренка. Ты там, малышка? Да, Мерк. Борю, сидишь и слушаешь их болтовню. Сам знаешь. Ты ж попробуй вздремнуть. У нас был тот еще денек. Постараюсь завтра узнать, что нашло на копов. Отчего у них пальцы на курках зачесались. Я заскочу попозже, хорошо? И не раздави пиццу. Мне нравится, когда она пышная. А, понятно. Пока, Мерк. Всем подразделениям прибыть на 56-ю Вест Арланд Драйв. Соблюдать осторожность! Мерк. На связи. Подключай канал, следи за мной. Почти на месте. Как решишь сообщить мне, где ты и что, черт побери, происходит, я весь внимание. Это моя сестра. Ладно, посмотрю, можно ли что-то выяснить. Погоди немного.